Здравствуйте, это Ахмат Арена, и принимает она сегодня не матч премьер-лиги, а Мелбет Первая Лига. И здесь сыграет Алания Владикавказ. С некоторых пор владикавказцы играют именно на Ахмат Арене, на главном стадионе города Грозный. Ну и в гости к Алании приехал Волгарь из Астрахани. Итак, начало матча. Солдатенко, вратарь, который очень много использует пространство своей штрафной, но вряд ли угловой у своих ворот это повод использует. Но он даже здесь прошелся, чтобы отдать какие-то указания. Интересное, что-то Волгарь задумал. Это удар и перекладина! Ничего себе, какое амбициозное решение Волгарь принял. Была ли это задумка или это такое спонтанное решение? Опять же, на основе действий Солдатенко чуть лишний шаг сделал и получил себе за шиворот этот мяч. Вот тут тоже следует успокоиться, может быть, с холодной головой придумать эту атаку. И она придумана! Ну вот это класс! Это прямо здорово было исполнено. И великолепная подача от Галаяна. Ну и Георга Биани. Это он отловил прекрасный мяч чужой штрафной. Георга Биани. Автор гола сейчас в своей штрафной играет в обороне. А вот здесь, может быть, его не хватит. Или хватит! Но есть и другие герои. Удар по воротам! Это мимо Артур Галаян. Автор голевой передачи. Он добежал. Но это все в центре поля. Это все далековато. А вот теперь, может быть, для дальнего удара будет шанс. И сейчас удар! Солдатенко выручает добивание! И это гол! И это было красиво. Вот так они обменялись мячами. И Артем Делькин, то, что обязан делать нападающий, подбирать эти мячи, собирать отскоки и превращать их в голы, вот это Делькин сейчас и продемонстрировал. Вот сейчас проникающая передача в штрафную. Можно отдать пятку и нужно забить гол. Вот это моментище. Дефолт грубый. Мне кажется, здесь достаточно оснований достать горчичник. Свисток. Снова разыгранная комбинация. Пас на пустые ворота. 2-1. Ну вот это сюрприз. Данила Козлов. Защитник добегает сюда. И вот подчеркнутая особенность. Въедливые, продуманные, интересные стандарты Волгаря. Ну, классно же разыгран. И тут таким волейбольным вторым темпом. Один пробегает, другой бьет. Я, правда, честно говоря, не видел еще ни разу, чтобы эта стенка как-то играла за тем, кто ее выставляет. Итак, удар. Гол. Гол – это мяч, висящий в девятке. Гурциев сравнивает счет. 2-2. Ну, надо сказать, что это справедливо. И это не конец истории. Возможно, это только начало. Не стал ничего больше ждать сегодняшний арбитр. Это ничья 2-2, которая не нужна никому.